Настоящий спортивный рай появится на территории 55-й школы в Самаре. Возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет полным ходом. Объект строится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Его главная особенность – на одной площадке разместят несколько объектов для занятия как зимними, так и летними видами спорта. Я очень рада за наш Куйбышевский район, за 55-ю школу, которая получила, скажем, такой вот приз. Здесь в комплексе и бассейн, здесь и много развития спортивных секций. Но и площадка тоже, ну, скажем так, многофункциональная. Она будет работать и зимой, она будет работать и летом. Здесь будут и ямы для прыжков в высоту, для прыжков в длину. То есть все есть для того, чтобы ребенок понимал, что здоровье – это самое главное богатство его и его семьи. На территории комплекса обустроят площадки для бадминтона, воркаута с уличными тренажерами, появятся трибуны вместительностью 100 мест, а также поле для футбола и хоккея. Баскетбольная площадка, два модульных здания для раздевалок. На данный момент производятся работы по устройству несвязанного основания под спортивную колду размерами 30×60. И также параллельно ведутся работы по устройству основания под беговые дорожки. Общая протяженность 200 метров. Также имеется отдельно стоящий под спринт 60-метровый. В полусферах располагается стритбольная площадка. На данный момент объект готов на 70%. До 1 сентября объект ведется в эксплуатацию. Это первый в Самаре многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс такого типа. Заниматься здесь смогут не только ученики 55-й школы, но и все желающие.